Треугольник готов, вы тоже принесите что-нибудь покушать, это будет довольно длинный ролик, и начнем. Хайырлы күн, хөрмәтле дуслар, һәм минем каналга кириштереп йөрүчеләр. Всем привет, друзья мои и подружки, с вами как всегда Фаниль, и вы попали на мой канал «Сделано в деревне». Ну вот, друзья, очередной вторник, и пришло время выкладывать для вас новую серию проекта «Ремонт в деревне». Многие, наверное, заждались, многие мне пишут там в комментариях, где же следующая серия. Постоянно пишут, требуют меня там выкладывать побольше роликов, там 2-3 раза в неделю. Но, ребята, я все делаю по успеваемости, ну, как успеваю. Если успеваю, то делаю 2 ролика в неделю, если не успеваю, то один. Но постараюсь хотя бы 1 ролик в неделю, времени очень мало, постоянно на работе, ну, вы должны это понимать, по роликам даже. Это все это не за один день делается. И вот в этот раз, как видите, тоже вот во время тренировки практически снимаю для вас превьюшку. Вот так вот получается. Но я постараюсь там побольше снимать, побольше показывать. Думаю, и этот ролик вам понравится. Давайте начнем. Ребята, день третий, едем на работу. Увидимся уже там. Вот мы и на объекте, друзья. Сейчас продолжим работу. Вот застеленный на пол полиэтилен. Потому что пообсуждались и решили оставить этот пол. Просто покрасим или покроем цветным лаком. Так будет лучше и дешевле, потому что, ну, хозяйка хотела покрыть все это линолеумом. Ну, это уже тоже будет стоить денег там. Так что решили оставить. Посмотрим, что из этого выйдет. Он пока чуток грязный, но все равно прикрыли. Там потом уберемся как-нибудь. Вот такие вот дела. И еще вот сейчас думаем, что будем делать дальше. Дизайнерские решения. Вот здесь, скорее всего, будет телевизор. Сделаем какую-нибудь нишу или, возможно, может, наоборот будет выпирать. Посмотрим. И заказчица сказала, что оставим вот это отопление. Дом нормально отапливается даже с этим отоплением. Мы сначала хотели поменять там, чтобы было красивее. И это отопление мы спрячем за стеной. Оставим только... Ну, поставим вот тут сетки такие радиаторные, чтобы воздух выходил. Вот примерно как на кухне, вон там, видите, маленькая. Ну, вот тут поставим большую. Это будет за диваном, скорее всего, тоже будет не видно. Здесь уже будет штора, тоже вот под окном поставим 2 штуки. И этого должно быть достаточно. Тут будет как бы выпирать, вот тут немножко. Так будет выпирать стена, потом вот так и наверх. Здесь выровняем. И здесь будет диван.
ну, который раньше стоял. И на диван тоже сделаем что-нибудь такую нишу, арочку или что-нибудь такое. И там сделаем декоративку, может быть, или камень какой-нибудь приклеим. В общем, пока вот такие мысли. Это еще не конечные мысли. Пока вот только думаем. Но сегодня уже решим потихоньку, что делать дальше. Отец уехал за материалами. Сейчас привезут там сегодня уже гипсокартон, профиля. И с потолком тоже что-нибудь надо придумать, потому что вот тут балка посередине есть. По-татарски моча. И если мы опустим, сделаем ровный пол, а потолок, он отпустится достаточно низко. Из-за этого хотим вот эту балку как-нибудь обойти вот так. И вот эти две стороны поднять наверх чуть-чуть. В общем, будем думать дальше. Обратили внимание, где стоит выключатель этой комнаты? Вот здесь дверь. Вон там выключатель. Вон там розетка. Это издавна вот так было. Вот здесь всегда. Даже выключатель здесь стоит. В некоторых старых домах. Заходишь оттуда. В темноте идешь. Включаешь свет. Потом выключаешь и в темноте выходишь обратно. Раньше была вот такая вот, наверное, логика. Защита от детей. Да, защита от детей еще, все наверху. Сейчас уже по-другому, все возле двери и розетки вообще внизу. Некоторые. Все хорошо. Вот же здесь. Да, да, здесь то же самое. Выключатель там стоит. Розетки. Ладно. Схема. Все, составили план работ. Вот так вот. Ничего не понятно. Ну вот из этого будем делать эту комнату. Проект, дизайн-проект, короче. Вот такая вот схема, планировка. Ну как он, друзья, наш дизайн-проект, если это можно так назвать, там вообще ничего не понятно, но на самом деле я уже вам много раз, наверное, говорил, и еще раз повторю, мы работаем без всяких проектов, все это просто импровизация, много чего придумывается прям по ходу дела. Ну, обычно мы приходим на работу, там спрашиваем у заказчика, что вы, ну, их желание, там, может, есть какие-то планы у них, там, чертежи, может быть, даже есть. Ну, обычно ничего нету. Некоторые из них просто дают нам волю, и мы просто включаем воображение и вперед. Ну, конечно же, все это обговаривается там заранее, там, например, там делаем некоторые чертежи, там, ну, такие наброски и показываем, пытаемся объяснить, как все будет выглядеть. Ну и вот так вот находим компромисс и начинаем работать. Из-за этого и получается вот такие чутные дизайны, там всякие проекты там интересные, и стараемся не повторяться. Потому что повторяться это скучно. А вот так вот придумывать всякие новые вещи, это интересно. И работать приятнее, в общем, и получается красиво. Ну вот, и этот проект тоже не исключение. Как видите, вот заказчица хотела сначала застелить линолеум на пол. А мы вот уговорили ее оставить этот пол, потому что доски нормальные уже, вот высохли. Мы переложили, вот выглядит более-менее нормально. И можно их оставить. Просто покроем лаком и будет замечательно. У многих так делали, у себя тоже дома так сделано. И довольно приятный пол получается и красивый на вид. И многие мне еще пишут, почему не утепляете пол. У нас в деревне, наверное, никто не утеплил пол. Я имею в виду деревянные полы. Потому что в подполе тепло. Вот как вам объяснить. А вот в доме, например, 23 градуса, а в подполе там 18. Плюс 18 имеется в виду. И зачем утеплять пол, если он получается и так теплый? Вообще нету смысла. Вот из-за этого люди не утепляют полы. Полы утепляют, если они бетонные. Вот тогда уже можно теплый пол сделать. А так вот незачем. Ну, если у вас, конечно же, продувает там внизу холодно, тогда уж приходится утеплять. Пока еще вот я никого не видел, кто утеплял пол в доме. Ну, деревянный пол. Ну, возможно, где-то есть, но пока я не замечал. Если увижу, обязательно покажу. Но такое решение тоже есть в некоторых местах по-любому. Ведь это жизнь. В жизни все есть, все бывает.
Ну вот еще один пример того, что все меняется в процессе работы, это радиатор, вот хотели тоже поменять, мы его оставили и просто прикрыли гипсокартоном, тоже думаю, такое решение тоже бывает и тоже неплохо выглядит. Так, друзья, день четвертый. Вчера толком не работали, привезли материалы. Вот. Гипсокартон. ОСБ. И доски. Ну вот, уже начали выравнивать стены с помощью профилей. И для этого приходится вот так с помощью топора выпрямлять уголки, чтобы не потерять слишком многое пространство. Вот так вот с помощью болгарки я режу профиля и потихоньку собираем каркас, чтобы закрыть отопительную систему. Вот так вот у нас получается. Вот собрали каркас. Сейчас будем потихоньку его укреплять, усилить. И потом уже будем обшивать гипсокартоном. У нас потеплело. Это уже следующее утро, сегодня понедельник, и сегодня у нас тепло. Вчера было тоже тепло, где-то плюс 2. Вот такая вот странная погода. Ладно, поехали на работу. И каждое утро у порога нас встречает прораб. Ну вот мы и на месте. Вот так пока выглядит все. Как видите, мы все уже обшили гипсокартоном. И вот с этой стороны уже батареи не видно. Сейчас уже дальше будем обшивать вот эту сторону, где окна. Тут уже закроем целиком. И чтобы усилить стены, сделали вот такие подвесы самодельные из профилей. И получается жестко. Вот таким вот способом нарезали профиль, сделали усики. Вот так вот. И вот так ставится на профиль. Одеваем. И уже прикручиваем потом саморезами вот сюда и вот сюда. И самое главное, сверху и снизу оставляем небольшой зазор, чтобы не появились трещины. Итак, мне позвонили из почты, говорят, пришла посылка какая-то. Ну, я там заказывал некоторые вещи из Китая уже давно, до Нового года. Вот, вроде пришло что-то. Сейчас посмотрим, что там. Вот тут находится наша почта. Это сельсовет. Сбоку почта. Вот эти два окна. Сейчас пойдем заберем. Вот это тут снега навалило. Друзья, вот такая посылка. Прямиком из Китая, где-то полтора месяца шла. Там должен быть лазерный уровень новый. Ну, который получше, чем у меня, ну, чем мой старый. Ну, как-нибудь покажу. Я немножко ошибся, в этой посылке был не лазерный уровень, а вот такой пазл, который я заказывал на Новый год сыну. Вот только что доехал.
Ладно, поехал дальше работать. Вот эта сторона уже почти закончена. Это довольно мощная сторона. Вот такая щель сзади для прогулки некоторых животных. Так. Теперь займемся вот с этой стороной. Тут будет типа арки, что-то сейчас сделаем, придумаем. Посмотрим. Тут закрыли, чтобы тепло вверх не ушло. Тут будет подоконник. Тут тоже закроем. А на улице лето. Ну вот, уже начали выравнивать потолок, прикрутили подвесы, потом вот в центре поставили профиль уже на уровень, и на него уже прицепили вот такие два профиля. Это как бы направляющие, потом вот так будем засовывать остальные профиля. Вот таким способом берем, одну сторону вставляем сюда и другую. Вот на стартовый профиль возле стенки. И держать не надо. Потом уже потихоньку прикручиваем с помощью саморезов и вешаем на подвесы. Сначала уже на уровень ставим вот эти профиля, они уже прикручены, и потом с помощью правила вот так я придерживаю, а дядя крутит, и получается идеально ровный потолок. Ну вот, прикрутили все профиля, все чики-пуки, все ровно. Расстояние между ними 40 сантиметров. Ну, получается 120, как раз под размер гипсокартона. Вот другую сторону уже обшили. Теперь будем обшивать эту сторону. За ваше здоровье и за наше здоровье. Наш желудок, ваше здоровье. Ну вот и потолок закрыли. Вот. Осталось только вот этот моча. Будем как-нибудь закрывать, обшивать. Сейчас посмотрим, что будет. Так тоже прикольно выглядит. Только неровное. Шаблон.
Друзья, вот сегодня тоже после работы вышел на тренировку. Я стараюсь похудеть на 10 килограммов хотя бы, потому что в последнее время набрал веса, из-за этого дает ногам, устаю на работе, но нога устают, ноги. Так что вот сегодня вот решил опять потренироваться там, 3 раза в неделю буду тренироваться. Надо следить за диетой там, кушать поменьше и... В общем, это самое сложное вот это вот, потому что я люблю покушать нормально, так плотненько. Вот как-нибудь буду сейчас, ну, справляться этим и думаю, к лету уже сброшу, ну, верну нормальную форму и будет все более-менее хорошо. Там бегаю иногда, сейчас на лыжах катаюсь. Пока еще не выходил на лыжах, ну, надо выйти. Пока вот бегал, и вот турники там, отжимания, вот такие вот дела. Ладно, давайте начну. Чем раньше начну, тем быстрее закончу. Друзья, новый день. Вот вчера вот такую штуку сделали. Место для телевизора. И на потолке тоже кое-что появляется. Здесь глаз койота. Это была почва для размышлений. Просто так повесили. Когда уезжали домой. А вот так мы размечаем кривые элементы. Вот такой вот самодельный циркуль из кусочка профиля. Вот так вставляем карандашик и чертим. Вот такая вот штука получается. Сами даже не понимаем, что это будет. Еще один этап окончен. Вот так выглядит сейчас зал. Сделали вот такой еще один консольчик. Теперь будем заделывать швы и скрывать саморезы вот этой штукой. Так, вот так вот выглядит. Пока еще толком ничего не понятно. Здесь вообще странно. Вот этой штукой будем заделывать. Тысячи лет уже с ним работаем, нормально. Вот тут будет у нас сеточки такие, откуда будет идти тепло. Здесь еще 2 штуки сделаем. Это будет уже за диваном. Диван будет теплый. Ну вот, друзья, и эта серия подошла к концу. Надеюсь, вы смогли уловить хоть что-нибудь полезное там для себя. Старался показать, ну, некоторые такие нюансы наших работ, которые многие скрывают, многие, не знаю, не показывают.
Я стараюсь показать все как есть, и вот так вот мы работаем. Тут ничего странного нет. Это жизнь, как и говорю всегда, в жизни всякое бывает. И многие решения, вопреки всех канонов, тоже бывают. И еще раз скажу, никогда не берите мои ролики в пример, никогда не повторяйте. Сделайте, как вы можете, как вы умеете. Возможно, вы умеете намного лучше. В этом есть, нет ничего странного. Каждый делает, как может. Вот такие вот дела. Друзья, буду дальше и снимать. И по мере готовности буду выкладывать ролики. Ну, хотя бы раз в неделю, как и говорил. Так что ждите. Ну и как всегда напоследок, желаю всем здоровья и отличного настроения. Увидимся на следующем видео. Всем пока. Какая-то странная концовка получилась. Ну ладно.